Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать в очередную серию по игрушке «Растения против зомби». Посмотрим, что у меня новенького. Я открыл вкладочку «Мини-геймс», «Мини-игры», можно будет поиграть, и «Магазин». Давайте как раз что-нибудь приобретем, например, грабли. И у нас еще деньги остались. Еще остались, наверное, 8-й слот купим. Так, все отлично. Денег у нас больше нету. Так, ну что? Идет, значит, зомби наш. Но пока что будем беречь. О, то, что надо. Хорошая вещь. Это поставим. Это тоже все нужное. Это сюда. Это сюда. Так. Блин. Это тут уже плохо. Ладно, придется сделать так. Так, это сюда, наверное, поставим. Вот так вот. Угу. Пока что тут стараться беречь все. Ой, зря я это сделал, потому что тут все-таки была картошка большая. Ну ладно. Здесь вот так вот сделаем. Оп. Так. Вот так вот. Нормально. Все, не пройдут. Сюда. Сюда. Пока что вроде все идет более-менее. Но зомби все больше и больше. Тем более скоро могут съесть картошку. Плохо. Плохо, плохо, плохо. Вот так вот сделаем. Надо было сразу так. Израсходованы все кусты. Ну ладно. Опять этот холодильник едет. Блин. Вот так вот. Есть. Не туда я поставил картошку. Ну ладно. Да, все.
тебе огненные шары нормально. Так. Это сюда поставим. Вроде не пройдут, не должны, по крайней мере. Сейчас будет последняя волна, и надеюсь, мы сможем ее сдержать. Кстати, он бесплатный, это хорошо. Так, ну, теперь давайте попробуем сыграть мини-игры. Что тут у нас есть? Хотя, наверное, мини-игры будут в следующей серии. Друзья, наверное, на этом все. Я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. С вами был Щербет. До новых встреч. Пока.